Куда бы ни сунулся враг, всюду он окажется в пустыне. Это смертный приговор всему германскому народу. Ни электричества, ни газа, ни чистой воды, ни угля, ни транспорта, железные дороги, каналы, порты, суда и паровозы уничтожены. Мы отбросим Германию в средние века. Вы лишаете народ шансов на выживание. Если война проиграна, гибель народа не имеет значения. Заботиться о выживании германского народа не наша задача. Напротив, лучше его разом уничтожить. Он сам доказал собственную слабость и теперь по законам природы должен погибнуть. Это наш народ. Вы их фюрер. В борьбе уцелеют только ничтожество. Наши лучшие люди уже пали.